Пивоваренный завод займется благоустройством города. Накануне между акционерным обществом «Эфес Казахстан», Народным банком и акиматом района имени Казбек-Би впервые был подписан меморандум. Трехстороннее соглашение предусматривает ряд социально значимых мероприятий. Уже в следующем году пивоваренный завод будет облагораживать территорию района имени Казбек-Би. «Эфес Казахстан» благоустроит и 12 мест выездной торговли. Кроме того, будущей весной в рамках меморандума пройдет конкурс на лучший благоустроенный объект малого и среднего бизнеса. А также состоится традиционный турнир «Лига дворового футбола». А в рамках совместной договоренности между районом акиматом и Народным банком будет благоустроена одна из детских спортивных площадок. Мероприятия к Наурызу в Казбек-Бийском районе также будут организованы в рамках подписанного договора. Я надеюсь, что подписание сегодняшних меморандумов, безусловно, даст положительный эффект развитию нашего района, в частности, целого нашего любимого города, потому что здесь